Старожилы распоряжались, что колись давно, колилось так, выпадал снег, это называлось зима, и что это отбывалось на частей, чем зараз. Ну, такое я еще поверил, а вот эта штука на небе, якая светится, это для Варшавы нечто просто невероятное. Навык не ведаю, как это назвать. У чем приладность фиксата, это что можно всю зиму и осень ездить, и вот коли все в таким стане. Песочком и вельми брудная. Але тебе это не трубует, потому что трансмиссию удельничает только три речи. Раз, два и ланцуг. До речи про ланцуг. Не менял его амаль год. И зараз проверим, что там отбывается. Нормально. А так? Еее. Во Вроцлаве у курьерцы ланцуга хапала, ну, на месяц зимою, або там на 2-3 месяцы летом. У Варшаве ездишь целый год, и ничего с ним не здарылся. Может, просто нехто перестал катать? А коли у вас здарается что-нибудь вось такое, то треба шукать сучасное вырашение сучасных проблем. Например, вось так. Выглядая, может, и не вельми, але подается, что это будет работать. Угу. Эх, а вось и улица. Температура за бортом 4 градуса, отчувается нормалёво, еще и довольно сухо. Ну, короче, для курьерки, для ровера погода просто офигенная. Погода на дворе, вядома. Тягни, конечно, фиксит гир. Электричный ровер – это вельми добро, але нема вот этого отчувания стриту, отчувания улицы. Часом едешь и подается, что ты уже хутко заснешь на этом электрику. Только первая доставка, мы уже трапили в такое файное место, как Макдональдс на Санаторский. Это на самом старом городе. Для курьеров вот такое особенное помешкание. На дворе нарешті полепшилося, и уже нема этого пошварного солнца, и можно ехать по нормальной, шерой, привычной Варшаве. На хабе скончилась кава, але дякую Богу, нехто принес слойк просто с крамы. И теперь у нас есть кава. Дай Бог здоровья таким людям. Отправляемся в гандлёвый центр Злоты Тарасы до Макс Бургерс. Коли не пошанцует, то я там чекал 45 хвилин один раз. Коли пошанцует, то хвилин 5-10. Поглядим.
Так, ну на гэты раз нам пашчасціла. Хуткі заказ, хуткая дастаўка. Що там у нас далей? Далей пакуль нічого. І вот. Ну, в такім випадку чекаємо, чекаємо. Традиційний польський двор. Парковка. Просто парковка. Одна з головних скреп в цій країні. Гэта магчымасць паставіць сваю ласаўку прям пад пад'ездам. Вось так, напрыклад. Так, а тут у нас сімвал горада. Спадарня Сырэнка. Вось у такім схематычным выглядзе. Дарэчы, з чаго гэта зроблена? Не ведаю. Тут нібы нейкая падсветка яшчэ ёсць. Люблю гэтае чаканне па 10 хвілін на заказ, калі можна пастаяць, нармальна пачытаць які-небудзь рандонерскі чацік беларускі. Так, зноў гэтая чортава блакіроўка. Выключаем. Выключаем. Вось, пачытаць чацік і ў думках перанесіся ў тыя слаўныя часы, калі ўжо недоўга будзем катаць дальнія чкі. Ось такая планіроўка у нас яшчэ тут бывае. Пада мной тры паверхі, дзе на кожным ідзе вось такі доўгі-доўгі балкон. І ўжо з гэтага балкону ўваходы ў кватэру. Ну і дворык, садок. Дарэчы, садок вельмі нетыповы для Польшы, для Беларусі. Звычайна яны так і выглядаюць, але тут не, каб было столькі асобнай тэрыторыі. Звычайно, мы просто не едем на первом поверхе дома. И больше ничего. Так вот, об чем вели разговор шановные коллеги-рандонеры. Гутарка была про то, и треба... Навод не так. Ну, кратей, хуткость 30+, средняя на привете. Потребна, не потребна, коли потребна для кого, ти потребна... Некое минимальное обмежевание часу, так и сидишь, глядишь это, думаешь, блин, чуваки, поехали лепш катать. Ну, по всем это теоретичное питание. Это просто шум. У всех нас чекает дорога. На календаре уже 6 вересня по всему городе лежат вот такие сметницы с ялинками. Я ранее навод не задумлялся, насколько это не экологично, такие натуральные, скажем так, Новый год. Ну и тут еще до кучи накидали іншого розного смерти, и ось. Некий циклон, омывач скла зимовый. Цікаво, откуда он таки приехал до нас. Так, тут у нас что-то с будинком отбылося, и он крыху поломался. И ось соседний так само.
все ж таки попрохожала Варшава. Якая у нас сегодня золотая година вечером. Чином дозаправка відбулася поспіхово. Мені кавай, а ровера свіжої батареї. І можна літати далі. Тим не менш, зауважно, що так похолодало. Але я думаю, що це не проблема. Бо для нас що мінус один, що мінус п'ять, яка різниця? Все поїхало. Нормально тут подморозило. Думаю застаться на годину больше, я уже думаю не застаться. Что ж, пришел час официально признать, что треба валить. Сбираем водочку, так сказать, и едем. На вот уже нос почервонел. Недавно в Варшаве здарылась катастрофа, у нас выпал снег. Коммунальные службы за все оказались не готовы до таких подей. Тому чистилось все всяк так, можно сказать, что не чистилось. Два раза у другой половины дня хаб зачинял контору, и мы не ездили, не працевали, все разыходились по домах, но сегодня уже, дякую Богу, нормально. Ну як нормально? Почистити вони за гэта некалькі дзён нешта почистили, але дзень сьогодні було каля нуля, плюс сонейка, усе почало поволі таять, а потім опустилася цемра, разом з цемрой опустилася і температура, і усе гэта поспіхово замерзло. І ось так, едеш, а под тобою місцями каток, тому треба глядіти, але не гэта асноўная праблема. Асноўная праблема ўсё ж такі тэмпература, бо адчуваецца з гэтай вільгаццю, якая ў Варшаве, як заўсёды, высокая, не мінус там 4 ці 5, а як на ўсе мінус 10. Таму самы час паехаць дадому. Вось і ўсё. Фініта на камедія. Вось і ўсё. За плечыма застаецца чарговы люты дзень лютага месяца. Так ён праходзіць у зімовай кур'ерцы. Справа не тое, каб вельмі тёплая, але ніхто не казаў, што будзе не тёпла ці лёгка. Таму ось так. Як заўсёды гэта пытанне інфраструктуры, калі ў вас у горадзе ёсць веладарожкі і іх ачысцілі ад снегу, ездзіць можна. Калі нічога такога няма, вядома, што з машынамі зараз снегу вы не паедзеце. Таму пабачымся на нармальных веладарожках.